Приветствую вас, уважаемые зрители. А с вами я, Ведьмак, и мы играем, собственно, в Ведьмака. Находимся мы в таверне под кудлатым мишкой в Изиме. Продолжаем с вами проходить вторую главу игры. Так, тут появился какой-то Конрад в таверне. Я хочу с ним пообщаться, я не помню, что это за пес. Ты кто? Похоже на помои. Как они только это пьют? Да и вообще, что это такое? Понятия не имею, что ты пьешь. Что это вино? Вино? Да эта бурда ему даже в троюрные братья не годится. Поверьте, уж я-то в алкоголе разбираюсь. То есть ты алкаш? Что же это тогда? Еще у тебя голос пьяный, Геральт. Собачья моча, продаваемые под видом вина, в таких же вот гадюшниках. Поэтому я редко сюда хожу. А куда же вы ходите? Мне казалось, это единственная таверна в округе. Я живу в купеческом квартале, но там закрыли все таверны. Не желаешь? Короче, Склифосовский. Ты упоминал какое-то поручение. Что конкретно ты имеешь в виду? Я бы хотел выпить хорошего вина. Я даже знаю, где его найти, но чтобы добраться до него, нужен меч. Ну-ну. Тебе нужен воин, чтобы добыть выпивку? Понимаю, звучит странно, но я знаю место, где лежит вино столетней выдержки из Тусента. И в чем загвоздка? Винный погреб находится в доме, где в свое время кто-то убил целую семью. Говорят, там водится нечисть. 200 оренов. Стоит тебе 200 оренов. Да сколько угодно. Но я здесь инкогнито, так что днем меня искать не надо. Я вернусь сюда в полночь. И где находится этот дом? Если войти в храмовый квартал со стороны дамбы, то возле первого перекрестка слева будет дом. Как раз напротив спуска к каналу. Не заблудишься. Погоди, это же дом Реймонда, не? Ок. Могила, ты чё сюда выполз? Так, ну что, на улице на самом деле там уже темнеет, закат. Я хотел добраться до Шани и пообщаться с ней на разные темы. Стражник с факелом, да еще вроде светло. Что с факелом ты стоишь? Зря жжешь, потухнет ведь. Так. Богатый погреб, квартал не людей. Кстати, я что-то забыл. А, собственно, где живет этот дантист, которому можно приносить потом зубы всяких зверей за деньги? Зверей и монстров. Было бы интересно. Точнее, это совершенно точно, знаете, потому что это даст нам возможность подзаработать. Да, и вообще по мелочи. Дверь, краснолёт. Как-то там звали этого? То ли Штульц, то ли как-то так. Короче, он помешан. Ты кто? Ты похож на бабку, которая Шани. Так, я у тебя потырю тут бухло. Ты же не против? Спонсировать ведьмаков. Они все не против, я думаю. Золотон Хивай. Я слушаю. Дверь в дом кузнеца. Кузнеца мне не надо. Дверь. Много дверей, блин, ни хрена не понять. О, заброшенный дом. Почему его забросили? Дом как дом, здоровый, блин, просторный. Вот бы у нас так забрасывали дом. Пошел в город, короче, выбрал себе квартиру заброшенную, живи там. Какой-то ушастый хрен. Странно, странно. Подозрительный тип. И нифига здесь нет. Блин. Живите себе, доживите. Да ладно. Мой народ гибнет, и я ничего не могу с этим поделать. Ну, это печально. Низкие домишки, грязные улицы. Вывеска. Калькштейн, понятно. Расист! Е? Издеваться или просто облапать? Отвали! Я вообще мимо проходил. Это, понимаешь ли, завести разговор вежливый на высокие темы. А они ишь ты! Непонятная.
что забыл. Может, между сериями потом посмотрю. Так, Шани, попробуем к ней заломиться. Или, может быть, дантист в следующей главе, не помню. Ну и пофиг. Я немедленно иду. Так, привет. Давай пообщаемся. Геральт, наконец-то ты меня нашел. Похоже на то. Как ты пробрался мимо старой корги? Что, ты имеешь в виду эту милую старушку внизу? Милую? Милейшую. Она превратила мою жизнь в ад. Все старые люди такие. Ну, по крайней мере, плачу мало. Доктора в Тимерии получают гроши. Большинство разъехалось. А ты осталась. Надо же было кому-то остаться. Ладно. Да? Привет. Привет, Шай. Я хочу с тобой поговорить. Конечно, в чем дело? Иногда мне снится битва при Бренне. Резня. Наша палатка, кровь, крики. Одно и то же. И каждый раз иначе. Ужасно. И знаешь, что хуже всего? Я просыпаюсь отдохнувшей, и меня все это не беспокоит. Кажется, я привыкла к страданиям, как будто что-то внутри сломалось, понимаешь? Понимаю. Спасибо, Геральт. Хорошо иногда поделиться с кем-нибудь своими мыслями. Не стоит благодарности. Окей. Я просто посидел тут за монитором, ничего не делая. Они вежливо пообщались. Привет. Я хочу... Ну и чё? Иногда мне... Ты ещё раз, что ли, это будешь сказать? Ты нормально вообще, не? Может, тебе самой лечиться надо? Да. Ладно. У меня есть проблема. Есть проблема. Да? Я слышал, что ты видела Коэна. Да? А откуда ты знаешь? Я нашел его меч. Я только знаю, что он умер во время битвы при Бренне, на моем операционном столе. Ты была медиком при Бренне? Я работала... Она тебе только что про это сказала. Лучший доктор, которого я знала. Ты его знала? Он умер, когда началась эпидемия чумы Катрионы в Мариборе. Он был низушком, но оперировал как бог. И казалось, что все настолько просто. Красное к красному, желтое к желтому, белое к белому, и все будет в порядке. Ах, ты все равно не поймешь. Извини, Шани, я его не знал. Можешь что-нибудь сказать про этот меч? Нет, но сходи к краснолюду по имени Золтан Хивай. Он знает о мечах. Да япона твоя мать, что вы меня по кругу-то гоняете, как конченые. Ну-ка, еще что-нибудь скажешь мне? Понятно. Пока. Можно у нее отдохнуть. Сколько, кстати, времени? Золтан Хивай, Золтан Хивай. Квартал не людей. Джи, почему меня туда показывают именно? Вообще, конечно... Ладно. Я все жду ночи, чтобы поубивать саламандр, если я их найду, конечно, и полутать с них фиштех, чтобы дать его юзу. Короче, напоминает, блин, сказочку про ячменное зернышко и петушка, блин, которым подавился. Впрочем, это довольно обыкновенно для подобных игр. Так, где же этот драный дантист? Да вы его спрятали в дверь. Может, ты дантист? Краснолюд. Чего тебе здесь надо, человек? Я осматриваю окрестности. С кем тут имеет смысл поговорить? Заломился так в дом просто. Но я не думаю, что он будет с тобой. Я, говорит, осматриваю окрестности. Почему? Да я уже с ним поговорил, отстань от меня. Да пошло оно! Краснолюд с эльфийкой. Окей. Мой народ, я ничего не могу с этим поделать. Это какой-то общий дом, что ли, я не знаю. Здоровая хата такая. Не знаю. Какое-то странное устройство города, честное слово. Чума. Краснолюдов пачка целая. Чума уносит все больше и больше людей. И от всей души надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Расисты! Бутылка с водой. Нет, спасибо. У меня есть вода. Я ее так, в общем-то, не пользую. Да пошло оно. Да, и правда что. Так, против нелюдей, это я читал. Неизвестное растение. Блин, у меня есть такое еще растение, надо узнать.
Я все не найду времени между сериями нажиться на покере нечестным трудом и накупить этих всех книг. Но как-нибудь я доберусь до этого. Как-нибудь. Так. Что, еще не стемнело достаточно? Печально. Попробуем тогда Золтана найти. Дом. Так, с вами понятно все. По-моему, я сюда уже заходил. А Золтан живет, что ли, у кузнеца? Или где? Торговец, кузнец, торговец, кузнец, кузнец, торговец. И вы мне, ребята, не очень нужны. Золтана здесь нету. Так, я вас уже обшаривал, что я сюда подперся. А где же, мать его, Золтан? Ну ладно, потом его найдем, это не так важно сейчас на самом-то деле. Так, темнеет уже практически совсем-совсем. Пойдем, значит, из того дома достанем бухло. Насколько я помню, там вампир какой-то живет. Звуки такие страшные здесь. Я смогу его убить без всяких эликсиров? Нам надо будет все-таки бахнуть какой-нибудь. Он, по-моему, там не один. Страшно. Так. Еще ласточку, наверное, бахнем. Да, филина. Как обычный свой. Оп! Оп! Пошли убивать. А, нет, здесь Грейвера. Подожди. А чё это я убить не могу? Серебряным мечом не могу убить? Да ладно. Ну это как-то чересчур, блин. Товарищ перестарался в этом моде. Серебряный это меч все равно без масла должен их убивать. Да ладно. Грайверы, кстати, не самые приятные ребята. Это такая разновидность гулей. Проапгрейженная, так сказать. Так, поставим сюда еще филина. И нанесем масло против падальщиков. И... Раз так не хочешь работать, будем работать по-другому. Тихо. Какой ты пофигистичный парень. Сейчас меня убьют. Да. Вы бы знали, это капец. Как, блин, сложнее, чем в Dark Souls. Фух, я миллиард попыток, наверное, сделал. Тут, блин, это просто тупо хардкор.
Тут проблема даже не в том, что я играть не умею. Нажимать вовремя мышку я могу, но тут, блин, просто тупо я их бью и сам умираю при этом. Потому что, несмотря на то, что анимация удара у них не идет, визуально не отображается, они все равно меня убивают каким-то макаром, блин. Да. И ни хера с них еще и не выпало, блин. Хоть бы зубы там, я не знаю, попались, челюсть там. Причем я уже где-то тут минут 25 с ними бился. Но это хардкор. Я такого не ожидал, честное слово. Просто вот, зрелище было, конечно, конченое. Я их бью, там, комбо кручу, короче, все вовремя делаю, там, ни одной ошибки, и все равно у меня здоровье тупо само по себе исчезает. Ты же не смотрел на то, что этот враг просто стоит и ничего не делает визуально, ничего не может сделать. Он все равно умирает, я все равно, ведьмак умирает у меня, и все. Ой, ладно, это позади. То я чувствую, блин, у меня будут проблемы с этим модом еще впереди. Так, где мне найти этих... Саламандр, хотелось бы знать. Таинственный человек? Что за таинственный человек? Человек, ты кто? А ну говори. Тихо. Ты меня не видел. Че? Это Уталера, что ли? Не, погоди, ты кто такой? Тихо. Ты меня не... Я тебя видел. Ты если... Чё за нахрен происходит? Пись. Блин, где мне фиштех взять теперь, а? Я просто без понятия, я его, похоже, зря слил, блин. Да. Прощай. Толк-т. Даже не знаю, что теперь делать. На болото меня не пускают. Ну, единственное, что, конечно, можно... О, блин, а, это глюк. Думал, что за нафиг, листья, что ли, опали с Бельберг. Можно, конечно, на взятку дать стражнику, да, пройти. Ну, это какой-то, блин, конченый способ. Ну, в общем, саламандр что-то нет на улицах. И вряд ли они появятся. Ну, загружаться для того, чтобы сделать все по-другому, я, наверное, не буду. Гули. Опять гули, мать их. Ну, пойдем поубиваем. Ой, не тот меч. Если они меня, конечно, не убьют такими темпами. Оп! Бей! Бей! Ой, корявая система управления. Дали засейвиться. Рыцари, блин, у вас тут под носом херня всякая творится, гули по улицам мотаются. Вы там ходите, крутые, в красной броне, модные, блин. Чё стоишь? Бей он его. Бесполезные ублюдки. Чё это, кстати, такое? Костный мозг. Давай. Он там альгуль. Он может быть опасен на самом деле. Поэтому мы его так хоп! Потом так хоп! С грайверами такой, кстати, вариант вообще не хотел. То есть на них на самом деле арт хуже действовал, чем если бы я его вообще не применял. В том смысле, что, короче, он вроде как оглушался, но когда его начинаешь бить, он сразу мгновенно контратачит в ответ. Без разговоров вообще, просто наносит урон. Вот такая вот загогулина. Пожалуй, самый сложный бой вообще, что у меня в игре пока что был с этим модом. Что же будет дальше? Я представляю, как я буду с Кощеем биться ближе к концу игры. Я там просто кончусь, наверное. Или с этим же, опять же, блин. Ладно, не буду пока
спойлерить нам. Так, а что я бегаю-то как дурак? Этих ребят нет нигде. Саламандр. Так что вариант мне единственный, только идти в болото и там их искать. Пока пойдем в таверну. Там, может быть, этот Конрад все еще на месте. Дадим ему бухло. Ой, ёб твою! Блин, извините, я сейчас материться начинаю. Какого хрена ты откуда здесь? Я его не могу бить, блин. Вот только так могу и все. Зарезал кого-то. А, я неправильный меч достал, понятно. Ну, это я, значит, косячил. Вот, кстати, один из зубов, который мы можем отдать тому самому дантисту, про которого я по серии говорил. Вот, а сейчас с Конрадом поговорим. Если он на месте, конечно. Тут еще есть официантка. Да, на месте. На, я тебе принес бухла. Да? Да? Это было непросто. Это было капец как непросто. Отлично. С тебя двойная зарплата. Ты охерел, что ли? Эти бутылки стоят немалых денег. Я тебя сейчас придушу просто твоим же ремнем. Остальные отдам тебе в качестве вознаграждения. Я себе все оставлю. Нет денег, нет вина. Нет денег, нет вина. Я знал, что не надо доверять ведьмаку. Я не знал, что нельзя доверять алкоголикам. Ублюдок. Смотри, решил, значит, оставить себе просто так. Ты охерел? Мудаки, кругом мудаки. Ладно, продолжим в следующей серии. С вами был я, ведьмак, очень разозленный ведьмак. Геральт, который оставил бухло себе. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Приходите смотреть еще. Всем пока.